Всем привет, Blender 2.91, и задался я вопросом, а вдруг вот такая сценка, где нужно, чтобы персонаж смотрелся или в зеркало, или, допустим, в бак мусорный, да? Вот он мимо бака пробегает, допустим, и ему нужно отражение там сделать при рендере или при анимации. Как это все сделать? Нашел информацию, ссылка в описании на оригинальный ролик. Давайте попробуем все это дело. Итак, опять же, персонаж Volt, тройка на NumPad, Shift A, сочетание клавиш Mesh, добавляем план, делаем плану S. Так, теперь R, перекручиваем все это дело. И с помощью можно Move или Transpose все это дело перенести. Или клавиша G, английская. Итак, вот что-то вроде бака или зеркала. Давайте немножко все это дело еще сплюснем. Ну, чтоб реально типа вот зеркало плоское. Переключимся в Viewport Shading, вот этот четвертый. Настроим, значит, цвет. Это у меня стоит солнце. Перекрутим R, подставим. Можно поставить даже солнцу немножко побольше, ну, 20 000. Так, теперь все это дело повыше поставим, перекрутим. Так, ну, где-то, наверное, ну, вот так вот. Чтобы на персонажа все это дело светило как-то. Все, сейчас будем все это дело настраивать. И задний фон поставим, как в ролике. Сделаем Shift A, добавим еще Mesh, добавим план. Опять же, плану сделаем S, перекрутим R, английская. Подальше его пока поставим. Посмотрим, как он установлен. Чуть-чуть растянем. Зайдем именно в материалы. Поставим материал ему. Пускай будет, ну, синий. Теперь поставим, ну, в принципе, тут ничего не надо ставить, только синий цвет. Теперь поднастроим зеркало, добавим материал. Это принципы BSDF, белый цвет. Мотаем вниз металлик до упора. Roughness тоже до упора убираем совсем. Так, теперь вот вы видите, что под какими-то углами все это дело все-таки видно, как и в ролике. Тройка на NumPad. И добавим Shift A. Добавим Lift Prop. И добавим Reflection Plan. Вот он. Теперь перекрутим, подгоним к нашему зеркалу, тоже перекрутим с помощью транспоз или клавиши R или сочетаниями клавиш RX минус 90 у меня. Так, теперь S прибавим побольше, чем зеркало. Ctrl-Z, Ctrl, так, все подставлено. Зайдем в настройки вот этого вот этой штукенции. Она вот находится Object Date Properties. И поставим ей размер. Так, побольше надо, да? Вот так. И подгадаем вот это зеркало. Поводим, чтобы попасть именно на тот момент, где будет уже отражаться наш персонаж. Ну, что-то в таком духе. Так, теперь тут нужно разобраться с подсветкой, настроить цвет получше. И будет все замечательно. Вот такой способ, и, кстати, простой, быстрый. Так, что тут еще?
Ну вот персонаж отражается уже в зеркале. Вокруг еще, если будет окружение, там, допустим, помещение какое-то, и нужно еще будет вот эту штуку попробовать на баке. Как бак будет выглядеть. Будет ли нормально все это дело отражаться. Можно, конечно, сделать, чтобы слегка отражался этот персонаж. Как-то вот поводить, наверное. Там чуть подальше, чуть поближе, светом поиграть, на какую-то деталь поменьше поставить вот это отражение. Но это все эксперименты. В будущем, может быть, поэкспериментируем. Но вот пока это информация, которая, возможно, поможет в создании мультфильма какого-то, какой-то сцены. Все, всем пока. Повторюсь, на оригинальный ролик ссылка в описании.